спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В четверг в Самарской области также солнечно, тепло и сухо. Дневная температура 27-29, тепла ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 28, ночью плюс 17 градусов. Юго-восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 25, ночью плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре безоблачно и без осадков. Плюс 25 градусов в дневное время, ночью плюс 15. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.